По традиции, в Чувашском государственном институте гуманитарных наук в эти дни проходит итоговая научная сессия. Она приурочена ко Дню российской науки. Ученые института ведут большую исследовательскую работу в области гуманитарных наук. Предметом подробного изучения становятся особо важные факты, события в области истории, археологии, языкознания и других дисциплин. В итоговой сессии участвуют и коллеги из других регионов. Обмен опытом и дискуссии по важным направлениям помогают найти вектор развития гуманитарных наук.